toujours, quelle qu'elle soit. Évidemment, il faut que le contact se fasse. Hein. Donc je crois à l'esprit de l'être humain. Alors que les harmoniques soient une métaphore de quelque chose de pur à l'intérieur de l'être humain, ça me paraît une belle image poétique. Les chants harmoniques et diphoniques viennent d'Asie. Le rumi se pratiquait au Tibet, en Mongolie et en Sibérie. Tsai Nho est originaire de Tuva, en Sibérie, où elle a étudié les traditions vocales séculaires pour les transposer dans la musique contemporaine. Sa voix couvre 5 octaves, son spectacle est entièrement a cappella. Tsai Nho, Megamix. Меня зовут Саин Хо. Саин – это солнце, Хо – это луч, солнечный луч. Но дело в том, что здесь, в Европе, то, что считается авангардным, если послушать внимательно этнографические записи 50 лет раньше или еще раньше, понимаете, если послушать то, что делалось 100 лет, 200 лет назад в Сибири или, скажем, в северной части Монголии, в самой Монголии, настолько авангардно, что для вот сегодняшнего зрителя это авангард. На самом деле это просто давно забытое старое. Потому что появилось радио, телевидение, и даже в самых дальних поселках есть уже радио и телевидение. Это уже невозможно сохранить, понимаете? Это уже происходит вполне естественный процесс смешения. Но этот процесс нужно сделать гармонично. Thank you.
И то, что культовую музыку, например, шаманизма или же ламаизма, я просто принесла на сцену, на профессиональную сцену. То, что было раньше, просто бытовало как бы в культовой практике только, это было закрыто. Естественно, это такой для меня естественный процесс. Я начала как бы с глубинки, с самых корней. Потом у меня возникло желание все-таки обратиться к лабораторной музыке, то есть к авангардной музыке. Потом, обогатившись, я возвращаюсь обратно, но уже с тем багажом, который я уже освоила.